Доброго времени суток, с вами Даниил Добро. Сейчас я продемонстрирую, как восстановить файлы, удаленные из корзины. На примере, как восстановить файл мозг, глаз. Для этого нам понадобится программа Recover. Эта программа позволит нам восстановить файлы. Можно восстанавливать с любого диска. Выбираем нужный тип файла, нужный диск и нажимаем «Сканировать». После сканирования смотрим по дате, что нам нужно восстановить. По той дате, когда эти были файлы удалены приблизительно. Вот можно предпросмотр сделать. Выбираем все эти файлы, ставим галочки и восстанавливаем. После этого заходим в эту папочку и мы видим эти файлы. Имя файла поменялось, поэтому по имени файла нет смысла искать файл. Мы видим, все эти файлы восстановились. Также у нас следующая программа будет Disk Drill. Эта программа делает то же самое, но она лучше работает с флешками. И она пробный период у него какой-то там. Она бесплатная, но пробный период еще на английском. Но интерфейс у него очень простой. Сейчас я все продемонстрирую. Выбираем нужный файл. Вот предпросмотр открываем. Если это файл тот, берем и восстанавливаем. Кнопка Recover. И все. Файл установлен. Это позволит нам быстро восстановить любые файлы. С флешки вот все хорошо подображается. Все, на этом я заканчиваю свое видео. Обязательно подпишитесь на мой канал. Поставьте палец вверх. Это позволит мне понять, что вам видео понравилось. Или палец вниз, если не понравилось. Подпишитесь на мое сообщество. Там я буду выкладывать посты, и вы там можете оставить свои комментарии. До встречи в следующих видео.